Олександра Попова, викладачка англійської мови та щаслива мама двох дітей. Залучає людей до вивчення англійської, записує відеоуроки для початківців на YouTube-каналі. Обожнює свою професію, адже може бути потрібною, допомагаючи людям досягти мети. Доброго ранку, пані Олександра. Доброго утро, Юля. Дякую, що ви до нас завітали із такими цікавими, начебто звичайними словами, я б сказала. Це, я так розумію, пов'язано саме з певною датою, так? Сьогодні відзначають свято? Так, звісно. Сьогодні в Америці празднують День президентів. Да, я именно про Америку хочу рассказать, потому что я преподаю американскую версию английского языка. Mm-hmm. Поэтому, да. Так одразу ж цікаво, чим відрізняється англійсько-американська і англійсько-британська? Чи є в них дуже сильні якісь там відмінності? Ну, как бы грамматика общая, конечно, и в Америке, и в Англии общая грамматика. Но есть, конечно, различия в произношении в основном. Американцы больше произносят звук R. Mm-hmm. Да, то есть если это имя Марк, да, то американцы скажут Марк, mm-hmm. да, а британцы скажут Марк. Вот. Потом у них, конечно, есть очень многие слова, которые различаются. То есть, ну, к примеру, грузовик. В Британии это lorry, а в Америке это truck. Да, ну и очень много таких, на самом деле, понятий, которые совсем, ну, по-разному звучат в Америке и в Британии, но, конечно... Ну, але з іншої сторони, якщо американець потрапляє в Британію, він ж буде розуміти англійців, правильно? Конечно, естественно. Да, так само, мабуть, як і ті. Да, да, конечно, так же, как и британцы будут понимать американцев. Еще там такое вот различие произношения звука «ц». Да, вот британцы, они его хорошо произносят, например... Чітко, так? Да, да, вот слово «butter», да, масло, они говорят «butter», американцы говорят «butter», «butter», то есть у них, когда звук «т» попадает между двумя гласными, он превращается в такой мягенький «д». Вот, поэтому вот тут тоже, и если, например, слово «what», там в конце тоже звук «ты», британцы говорят «what», они произносят звук «ты», то американцы «what», «what», они практически «ты» вот глотают. Ну, как бы вот такие вот, ну, в принципе, понять можно. Американские понять легче, чем британские. Зрозуміло. Ну, сьогодні ми з вами вчимо саме от американську версію, так? І так. Хотілося б дізнатися, ось це свято День президентів. Я коли от шукала зображення спеціально до нашого ефіру, я зіткнулася з ситуацією, що в них багато подібних свят. А в Америке вы имеете в виду подобных свят? Да. Ну, как бы потому что День президентов, вообще на самом деле история откуда пошла, они впервые отпраздновали публично день рождения Джорджа Вашингтона в 1880 году. У него вообще день рождения 22 февраля. Но у Линкольна день рождения 12 февраля. То есть как бы уже близкие... Посередине вы решили. Да, 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 да. То есть они и Линкольна день рождения праздновали, и Вашингтона. Потом, ну, как бы решили просто уже как-то одну дату выбрать, и это выбрали вот 3 понедельник февраля. Щодо самого святкування, паралельно вивчаючи слова, давайте все ж таки от трошечки привідкриємо. Як відзначають? Відзначають, ну, американці, от іменно, вони люблять проводити цей день за містом. Да, out of town, как они говорят. Вот. Но еще многие вот, современные люди любят шопиться, потому что многие магазины, супермаркеты, богато, очень да. много, да, распродаж, сейл, как они говорят, да, сейлс везде, и поэтому они любят шопиться, ну, ходить по магазинам. Но именно на родине Джорджа Вашингтона, это штат Вирджиния, там вообще шикарное празднование, они приобщают разных деятелей искусства, артистов, музыкантов, певцов. Там прям шикарное действо и все с историческим подтекстом. Всех гостей, которые приезжают туда, угощают кукурузными лепешками с медом и с маслом. Потому что это была любимая еда первого президента. Да, и вот сегодня мы навіть чому такі слова, так? Да, и поэтому сегодня вот такие вот слова я подобрала. Давайте, мабуть, розпочнемо все ж таки вивчати слова. От декілька із них я точно бачила, точно чула. От, наприклад, «independence». Да. Навіть фільм є такий. Да, да. Итак, «independence» – это переводится как «независимость» или «самостоятельность». Это, конечно, тот факт, которым Америка больше всего гордится. Да, поэтому слово вот такое вот подобрала. Що потрібно, щоб правильно його вимовити? От саме от як англійсько-американська людина.
Ну, во-первых, здесь есть звук «д» и «п», который нужно очень мягко произносить. Mm-hmm. Да, я всегда, например, привожу слово «дедушка» и слово «папа», которое нужно просто сказать с акцентом. То есть «д», «д» мягко и «п». То есть, да, «independence». Да, «independence». «Independence», да, и тут вот как бы вроде как два... «Д» схожа на букву «т». Звук «д», да? Так, да, так. Немножко похож, да, что-то есть. Вот, и вообще, как бы, американцы, всем известно, что это патриотично настроенная нация, да, поэтому вот, поэтому день, вот, именно такое слово я выбрала. Далее, наступное слово? Слово «nation». Я думаю, легко. Я думаю, все, мабуть, и знают. Да, и можно догадаться, что такое nation, да, это нация, то есть американцы как нация, да, поэтому вот я выбрала слово nation. И почему, кстати, вот слово nation не совсем означает то, что у нас означает. У нас нация — это нация украинцев, да, это вот как бы наша этническая принадлежность. А вот у них nation — это значит вот больше как гражданство, то есть иметь паспорт американца. У них очень много там разных национальностей, и все не имеют американское гражданство. То есть у них это, ну, все относятся к nation, nationality, да, национальность. А вот то, что мы подразумеваем под словом «нация», это на самом деле у них ethnicity. Этнічне. Да, ethnicity. То есть nation – это больше как вот гражданство у них имеется в виду. Добре, наступне слово. Ну, я уже говорила, да, что любят они, что угощают лепешками с кукурузой, да, поэтому вот я подготовила слово corn. Тоже легко догадаться, что это, да? Corn. У нас есть такое слово popcorn. Popcorn, так. Але все ж таки в нас popcorn ми вимовляємо дуже чітко, то popcorn, а тут corn, да, потому что буква O и R, они дают звук OR, такой, знаете, поэтому corn, вот двоеточие, значит, что его нужно немножко длить. Мабуть, на транскрипції потрібно окремий урок, адже є багато різноманітних таких символів, які, мені здається, важливо знати, тому що все ж таки, якщо погано знаєш англійську мову, то тут транскрипція тобі допоможе. Да, поможе, конечно, да, но все равно можна знати. Ну, так, якщо хочеш прочитати, бо ж дивлюся, є букви, які зовсім по-іншому читати. Це вже окремо. Да, на нашій бесіді. Давайте все ж таки повернемося так. Corn. Corn, да, і звук «к» такой все равно немножко. К-к. Corn. Corn. Да. Лепешка, да, или как написали, коржик, да, это tortilla. Tortilla – это слово иностранного происхождения. На тортик схоже. Да, да, тортики, да. Вот поэтому здесь tor – опять тот же звук, как corn, а потом dl-a, да, произносится как tortilla. Tortilla. Tortilla, да, так мягенько. Любят они его с маслом, да. Это масло – это американская версия – это butter. Butter. Как d, мягенько такая d. Butter. Можете британскую версию сказать? Butter. Ага, тобто в нас тут по транскрипції все ж таки британська версія, так? Ні, ну, как бы, это общая транскрипция, просто у, в Британії «рив» в конце не будет выговариваться, это будет просто «butter», «butter», да? А американцы все же скажут «butter», «butter», да, ну, «дыть» немножко нужно сказать. «Butter». «Butter», почти, да? «Butter», просто такая вот... Не так уже просто их сдавалось. Да, я всегда даю такую интересную скороговорочку «Betty Boy bought some butter». Betty Boy купила кусочек масла. Ага, ну вот. Це вже ще наступна вам ще, тема. Да, ще буде тема. Окремо по вимові. По вимові, да. І я підготовила ще одне слово, это «bless». Bless, да, ну, написали как благослови, да. Чули багато хто, але, мабуть, не всі знають, що воно означає. Да, почему я это слово выбрала? Потому что именно так американцы друг друга приветствуют и витают, да. Тобто у них немає hello, hi? Я имею в виду именно в этот в день президента. Ага. Да, естественно, конечно, hello, hi, это да. Я имею в виду, что в день президента они друг другу говорят God bless America. Благословит, да благословит Бог Америку, да, или говорят еще God bless you, да, да благословит тебя Господь. То есть слово bless — это благослови. Но еще нюанс такой есть, слово bless, например, если сказать просто bless you без God, просто bless you, это значит быть здоров. То есть если ты чихнул, будет говорить bless you. То есть вот еще применение этому слову. Bless you. Будь здоровий, так? Да. Bless you. Ну, мені найпростіше, мабуть, це bless. Bless. І nation. Коротенькое слово, да. Ну, «бы» тоже, конечно, нужно очень мягенько так произносить. Ага. Да, да. Не все так просто, да? Bless, да. Bless, bless.
bless. Ну що ж, давайте ще раз повторимо ці слова для того, щоб закріпити наші знання. Можливо, хтось занотовує і так і не встиг щось прослухав, або заслухався зовсім за інше і пропустив. Так, я думаю, що зараз теж для нас дуже важливе це слово, так, якби independence, я маю поняття, да, в незалежності, і нація для нас теж зараз важна. Чтобы по-английски знать, как это сказать, да, это independence, independence, независимость. Independence. Да, nation. Nation. Нация. Corn. 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 Кукуруза. Да. Tortilla. Tortilla. Тортія. Тортія, да, це лепешка, коржик. Легко запам'ятати, от тортики що роблять з коржиків? Да, ну вообще как бы везде тут можна какую-то ассоциацию найти, да? Butter. Butter. Или британская версия. Butter. Для мене найскладніше, мабуть. Butter. Butter. Вот, практически, почти правильно сказали. Butter. І слово bless. Bless you, да, это будь здоров. Bless you. А God bless you, это да благословит тебя Господь. Кстати, в американской версии говорят God bless you, почти как А звучит God, God, God bless you. А в Британии God bless you. God bless you. Они больше О округляют, да, поэтому God bless you, американцы. God bless you. Давайте, мабуть, якось ці слова, от незалежність, можливо, або нація, або благослови, саме використаємо для України. Для України? Що-то скажемо про Україну? Так, так. We are proud of our independence. Это я сказала, что мы гордимся с нашей независимостью, да, то есть we are, это мы есть, proud, гордимся, да, то есть мы есть горды, we are proud of our independence, мы гордимся нашей независимостью, да. And Ukraine, Ukrainians are a great nation. Україна дуже great. Great, великолепная. Так, прекрасна нація. Да, великолепна, Ukrainians are a great nation. Well, Ukrainians also often eat corn. І варену, і жарену, яку хочеш. Ukrainians often eat corn. Часто їдять кукурузу. God bless Ukraine. Мабуть, цим і завершимо, так? Да, God bless Ukraine, да, конечно. God bless Ukraine. Да, пускай все буде хорошо. Так, нехай все буде добре, нехай буде благословена наша країна. Дякую вам, що ви до нас завітали, поділилися такими цікавими словами. І сподіваюся, що всі глядачі встигли занотувати, а хто не встиг, той нехай слідкує за новим днем. Обов'язково ми будемо їх ще повторювати. І разом з нами протягом тижня ці всі слова вивчимо.